Всем любителям готовить большой привет! Сегодня хочу вам показать очень интересный и простой рецепт, очень-очень вкусный, из крабовых палочек. В кляре будем его делать, поэтому нам потребуются крабовые палочки. Я взяла вот такие, называется снежный краб. Также нам потребуется сыр, яйцо, молоко, мука. Муки примерно 150 грамм, сыра тоже примерно 150, ну, крабовых палочек 200 грамм достаточно на 8 порций. Соль, специи, перец, чеснок, ну, это на любителя, если вам нравится поострее. Итак, начинаем! Палочки, к сожалению, не разворачивались, они вот так крошатся, поэтому нужно выбирать те, которые разворачиваются. Но попробуем с такими сделать. Такие пирожки с крабовыми палочками и сыром у меня получились. Конечно, если крабовые палочки будут разворачиваться, это будет намного легче сделать. Так что, когда выбираете крабовые палочки, убедитесь, что они будут разворачиваться. И туда положите кусочек сыра, свернете и уже опустите в кляр. Также, если вы хотите выбрать более полезные крабовые палочки, то лучше смотреть, чтобы на пачке было написано «без ГМО». Тогда там будет меньше сои, а значит больше мяса, рыбы. Всем приятного аппетита! Попробуйте и расскажите в комментариях, что у вас получилось, что бы вы туда добавили в это блюдо, или как вы делаете такие пирожки. Всем приятного аппетита! До скорых встреч!